Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, мы здесь остановились с тобой, да? Также у нас, смотри-ка, испытание монстров есть. Волна первая, вторая, третья. Плюс супербосс, и мы получаем с тобой сундук. Интересно. Так, а здесь у нас... Ага, свалка Тимми. Походу, дело тоже откатилось, поэтому можно поиграть в нее. Но начнем, пожалуй, наверное... С консервные банки. 6 волн, уровень 12-17. В бой. У нас, кстати, с тобой энергия никуда не исчезла. Ой, елки-палки, я забыл. Я забыл сходить и прокачать свое оружие. Я же посмотрел перед видосиком все ролики. Поэтому энергии у меня там достаточно. Опа, почти, ребята. Давай добьем, наверное, пса этого. На-ка тебе. Так, а с этим-то что делать? Я не знаю, его нужно, во-первых... Как-то отсюда достать? Где? Вот, вот он. Пестициды, давай, 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 давай. Так, выпускаем опять дронов. Опа. Слушай, ну дроны очень хорошо бомбят на самом деле. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, надо было вот этого заморозить. Сейчас ударит по мне. Ай-яй-яй. Тогда получи из лука. И, наверное, пушечкой его добьем. Отлично, все очень шикарно. Давай вызовем дрона. Блин, дрона есть смысл прокачивать на самом деле, потому что он наносит, ну, офигенный урон на самом деле. Ты, наверное, заметил, да? Так, замороженный пока. Давай-ка мы его попробуем бомбануть. Слушай, 740 урона получает. Не кисло, согласись. Ай, тролль вшивый. Да чтоб ты, гоблин там еще из-под тишка лезет, а? Все, допрыгался. Сейчас я тебя буду разбирать, парень. По крайней мере, пытаться. Зачем я применил пестициды? Вот объясни мне. Ну, для чего это надо было делать? Ну-ка, дроны. Ага, ага, есть контакт. Так, мы этому сбили, да, накопление. Он уже хотел было ударить, но дроны ему все испортили. Так, бесплатно, не надо мне никакой бесплатной аптечки. Ой, вначале надо было его, конечно же, отсюда. Совсем забыл, что тут эти маги, а. Ай-яй-яй, ну-ка. Плохо, плохо, когда он окапывается, естественно, урон получает, ну, вообще минимальный. Еще и сейчас звезданет по мне. Оба, да? Эх, вы жулики несчастные, а. И гриб тут еще лезет. Ну вот кто тебя просил, а, его хилять? Объясни мне. Блин, зараза, ну-ка. Не успею, да, походу дела, я его бомбануть. На-ка. Хоть там и было написано неудача, все равно он получил по заслугам. Так, они теперь оба замороженные. Сейчас я этот гриб уничтожу. Ждем, друзья мои, ждем отката полнейшего. Пора применять. Окей. Минус двоечка сразу же. И переходим с собой на четвертую волну. Предлагает мне посмотреть. Ага, я пока, наверное, перебьюсь. Пока. Попробуем. Блин, сейчас он мне карты опять все сожгет. Ах ты. Хмырь ты этакий. Ладно, давай проверим, что у нас тут. Топоры. Топоры, ребят, наверное, все-таки будем менять. Или прокачивать нам их нужно. Или менять, потому что урон они уже не наносят такой достаточный, который мне нужен. Иди ты со своим могучим ударом. Да чтоб тебя. Блин, по ходу дела нам придется с тобой скоро действительно смотреть видосик для того, чтобы восполнить хп, потому что у меня уже меньше 1000. И это никуда не годится. Какой пузырь, не надо тут пузырей здесь. Все, разобрали мы грифу. Ать, удар. Удар он мне все-таки нанес, а? Нет, арбалет очень, точнее, лук. Да, лук. Он очень хорош именно когда враги заморожены. Он наносит, естественно, существенный урон. А если просто стрелять, ну, он ни о чем. Так, дрон добивает. Окей. Слушай, ну тут, наверное, уже придется глянуть все-таки. Потому что здоровья у нас маловато. Ну, поехали. Так, ой, наш был холодильник вначале бросить. Ну, ребят, тут такая спешка, понимаешь? Когда спешишь... И надо туда глянуть, и сюда посмотреть, и то активировать, и это не успеваешь. Блин, удар получаю. Еще удар. Зашибись. Так. Хорошо. А если мы с тобой вот так вот... Блин, а он уже вышел из заморозки, да чтоб тебя. Так, опять мы его вогнали в заморозку. Сейчас надо будет стрелять из нашего лука. Да ё-моё, ну опять... Так, короче, мы его ушатываем. Дрона я успею вызвать? Успею.
Окей, но не всегда, ребят, срабатывает, правда, чтобы он им, как говорится, откаты понижал. Готов, парень. 300 хп. Но тут, я не знаю, ребят, это уже опасно, если честно. Постелю твою шкуру в гостиной. Натуральная сейчас в моде. На это мини-босс нам придется, ребят, смотреть. Слушай, мне кажется, даже это не поможет. У меня будет всего лишь 825 здоровья. Этот хмырь будет бомбить. Другого выбора нету. 826 здоровья. Давайте думать, как нам сделать. Этот у нас сжигает карты. А вот это что у нас делает, я не помню. Угу, все. Теперь мне стало понятно. Давай, наверное, дрона. Нет, пушку. Блин, он же окопанный. Естественно, неудача. Так, надо его убрать отсюда. Так, этот пока заморожен. Давай вызовем с тобой дрон. Ага. Так, усиленный эффект мы сделали. Бамс, получил по щам. Не хотелось бы, на самом деле, мне здесь проиграть, но... Кажется, у нас с тобой ничегошеньки не получится. Или же получится. Сейчас, если я вот так вот... 391 хпшечка. Так, этого мы с тобой валим. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 151 хпшка всего лишь, ребята, у нас с тобой остается. Ну и как я тут должен, извини меня, выкрутиться? Ну вот как? Если я даже заморозку, предположим, да, топориками не добил. Так, если сможем. Нифига, друзья мои, профукал. Так, в бой. В бой, это у нас что, 50% здоровья? Или гемы потратить? Доступно лечение 2. Да, друзья мои, мне очень крупно повезло, что у меня было две возможности подлечить. Это классно. То есть я прошел. Новая карта. О, снегобум мы только сейчас получили с тобой. Вот это очень круто. Ну что, я сюда рванул, бестолочь, не прокачав свои карты. А у меня же там... Так, мы переходим сюда. Ой, противный дед, я его помню. Этот дед противный. Ну что, давай улучшать. Так, топоры я хотел поменять. И мне кажется, мы поменяем с тобой на снегобума. Новая карта. Так, прокачка, естественно. В первую очередь, ребята, снегобум — это альтернатива холодильнику, да? Ну, холодильник у нас с тобой сколько наносит урона? 402 плюс заморозка, да? А снегобум 363, но все равно заморозка. Поэтому я, наверное, их оставлю. Мы с тобой также не пробовали вот этот вот магнит. Так, перемещает цель на переднюю позицию. Если цель заморожена, дополнительно... Во, кстати, если у нас с тобой карты идут по заморозке, то, наверное, мы с тобой магнитик этот и прихватим. И вот так, наверное, мы сделаем. Можно прокачать? Вау! Слушай, а зачем я так много трачу на магнит, если я даже не знаю, насколько он хорош? Так, дробаш. А стоит ли его нам прокачивать? Общий урон 318. Дробовик, наверное, тоже надо нам менять с тобой. Рано или поздно. Подожди-ка. А-а-а, у меня сова же ушла, ребята, на прогулку. Я думаю, что такое? Почему бонусов нету? Я же ее отправил на поиски. Вот, теперь кролик у нас с тобой на месте, и должно быть все хорошо. Так, и улучшим наши пестициды. Вот так вот. Вроде бы все, больше у нас ничего здесь нельзя прокачать. Можно, конечно, молот, улей, винтовку. Но я думаю, что не будем мы этим заниматься. Так, запрещает монстрам использовать все умения, кроме обычной атаки. Наносит дополнительный урон. Вот что делает, ребята, вот эта антимагия. То есть они не будут там, например, сжигать тебе карты или там, например, вешать эти пузыри. Просто будут атаковать. Это, кстати, очень классно. Ну что, мы с тобой продолжаем эпопею. Так, этот дед, как же он... Ой, ребят, он вредный, я помню, что он вредный. Плохой Санта. Уровень 12-17. В бой, поехали, конечно же, в бой. Эликсиры злого Санта дают его друзьям большие преимущества. Да, такие как ускорение, это я помню, ребята, это я помню, вот он. Новый монстр, злобный старикашка. Топчется еще на месте. Так, короче, слабый удар у него, ну, действительно слабый, 68 урона всего наносит. А вот неизвестная способность — это адское зелье, которое он будет бросать, кидая случайному монстру зелье с ускорением атаки. Вот его паршивца нужно валить, естественно, в первую очередь. Выпускаем дрона.
И хочу посмотреть, как действует у нас магнит. Нет, вначале мы звезданем. Вот так вот. Ну, сейчас пока не будем ничего делать, потому что Санта на первом месте у нас тут. Давай, давай, башенку уничтожили. Отлично, я тебе скажу. Слушай, холодильничек получили. И давай, наверное, сейчас снегобома применять. Опачки, дедулечка-то замороженный у нас. Так, пестициды, зачем я сделал пестициды-то? Как же я лопухнулся-то сейчас, ребятушки. Так, иди сюда. Опа. Так, 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 заморозка. Блин, не туда, ну не туда упала заморозка. Давай этого слизня. Слушай, а этого нам надо как-то, друзья мои, доставать из пузыря-то. А вот как... А, все, пузырь кончился. Слушай, а в старой версии игры, друзья мои, пузырь сам по себе не исчезал. Он стоял до последнего, пока ты его не скинешь. Так, дроны полетели. Неплохо старикашке там досталось, кстати. Давай, наверное, сейчас из лука бомбанем. Так, этот хочет окопаться, я смотрю, тролль. А мы давай так вот сделаем с тобой. Опа. Ну, снегобум на самом деле очень крутой, мне нравится. Две заморозки вообще идеально. Ну, старикашка адское зелье бросил. Да ну нафиг, хорош. Так, минус пес, минус тролль. И сейчас мы с тобой доберемся до старикашечки. Я же хотел вроде бы дробовик убрать. Ладно. Так, корабельная пушка. Бумс. Очень хорошо бомбит. Ах ты за серия мелкий. Ты что ж творишь-то, а? Ты что ж сделал-то, а? Сжег мне картишки. Ну-ка тут морозилка. Давай-ка с дробаша. Пускай догорает этот парень. Так, у нас с тобой снегопум сейчас будет. Ать! Хорошо. Да чтоб вас всех, а? Разорвало. Снегобума надо прокачивать. Я считаю, что это очень крутой удар. Замораживает, наносит урон. То, что нужно. Ну-ка. Ага. Минус грифа. Так, ну что, маг, вот мы с тобой один на... Успел все-таки он мне на дорожку звездануть. А ну ты посмотри на него. Огненный урон. Вот, кстати, здесь очень интересно сделано, да? Если враг замороженный, и мы на него, например, огонь, или наоборот он горит и применяем заморозку, они получают усиленный урон. Обычно в играх, знаешь, когда если враг замороженный и ты применяешь огонь, да, то как бы эффект получается слабый. Здесь же все наоборот. Так, ага, ага. Почти, ребята, уничтожили с вами мухомор. Он хотел хильнуться, но не успел. Так, снегобум, давай, давай, давай. Да почему ты сюда? Ай-яй-яй, надо было вон туда и... Эть успеет? Нет, не успел он хильнуться, ребята, мы его уничтожили. Хе-хе-хе-хе. Паршивчик, а вот этот ударит меня. Так, уничтожаем бургер этот. Недобургер, я бы так его назвал. И добиваем этого ханорика. Так, четвертая волна, да, друзья мои? Получить здоровье, да, надо. Так, а эти штуки у нас заканчиваются, я так могу понимать, да? Сколько-то попыток у нас с тобой. Может быть, даже последняя осталась. И потом все, мы с тобой не сможем бесплатно хиляться. Вот что я тебе хочу сказать. Давай, 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 дронов. Ну, давай вон в слизне. Нет, он бомбит куда попадя, только не в слизне. Так, начинается, да? Разборка полетов. На, опять мы его заморозили. Мне нужна, наверное, корабельная пушка. Вот так вот. А этот сейчас ударит по мне. Ать, и это больно. И это, друзья мои, больно. Так, уничтожаем слизня. Уничтожили. Слушай, я не знаю, ребят, нам... Вообще этот магнит нужен, а? Ты видишь от него толк какой-нибудь? Я особо не вижу, чтобы мы пользовались. Так, пестициды применяем с тобой. Уничтожаем этого гаврюшу. И остается волчара. И последняя волна. Получить здоровье, да. Ну, теперь приступаем. Так, давай-ка я магнит применю. Плюс еще... А, вот твою налево хотел... Вот, кстати, смотри, они оба заморожены, получат урон обалденный, кстати, да? И если я успею сейчас вызвать дрона, возможно, мы уничтожим старикашку злобного. Но нет, не на старикашку пал удар, к сожалению. И старикашечка сейчас выйдет из заморозки. Ну, конечно же, куда же он денется, ребят, естественно. Так, добили мы деда с помощью магнита. Так, нет, парень, не надо никаких тут отхилок, давай-ка мы его... Вот так вот подожгем еще, ко всему прочему. Да когда что-то дуплично-то, а? Грифон.
Корабельной пушкой по тебе обман... Нет, вот так вот сделаем лучше. Ну, так, минус. Так, а этот готовит удар. А если я заморозку? Успел. Отлично. Так, и пушкой мы его добиваем. Фух. Офигеть, тут еще главное ускорение. Да какое тут нафиг ускорение? Тут и так очень жестко все. Без всяких тут ускорений. Ну что ж, главное, мы с тобой прошли эту волну. Старикашка злобный. Так, скоро, да, скоро, конечно. Ну, ближе к уровню. Так, смотри-ка, здесь пушка новая, ребята, которую мы с тобой, кстати, смотрели. Так, что я хотел? Я хотел, видимо, что-то прокачать. А возможности у меня такой нету, да? Не хватает элементов определенных. Получить. О, сундучок у нас здесь, оказывается, залежался. Что это я так его пропустил? Жаба войны. Диско-шар. Неплохо. Молот Тора. Кстати, мы это, наверное, с тобой сейчас еще сможем умножить на 2. О, корабельная пушка. Вот это шикарно. Шокодрон. И последнее. Огненный дробовик. Могу. И я сделаю. Все это у меня умножается. И прикинь, сколько мы с вами получили. Красава. Так, ну что, давай теперь... Кстати, здесь тоже можно получить 53 карточки на боевую жабу. А тут 107 за 20 гемов. 215 карточек на... Слушай, а может быть сделать нам с тобой, а? Или не будем? Снегобум очень классная карта, мне понравилась. Слушай, давай, наверное, получим все-таки боевую жабу. Ну вот, совсем другое дело. Поверь мне, прокачивать своих помощников я тебе рекомендую. Потом сам скажешь еще мне спасибо. Ну, конечно же, карточки карточками, но не забывай, что нужно также и ресурсы. Это вот эти вот гайки, что там у нас еще? Вот эти вот ледяные кубики, все это нужно. Вот эти вот флакончики. Это, я бы даже сказал, наверное, один из главных ресурсов, который нужно постоянно где-то добывать. Ну что, мы с тобой идем дальше в компашку. Опять этот злобный старикашка, но я пойду, потому что здесь мы можем получить вот... Этот пекарь. Гринч отдыхает. Возможная награда. Значит так, что у нас тут? Карточки, 359 штук. Ну, 5 гемов. Ну, в общем, все отлично, ребята. Эликсиры злого Санта дают. Да это я понял, что не преимущество дают, но ускорение. Поэтому это и есть злобный старикашка. Давай с дрона начнем. Отлично. Так, теперь с пушки бомбанем. И, наверное, будем добивать тролля с тобой. Все очень даже классно получилось. И вызовем снегобума. Если успею. Успел. Заморозили муху. А этот пускай бросает свое зелье ускорения. Нам, как говорится, уже по барабану. Мы сейчас добьем с тобой муху. И уже будем заниматься именно старикашкой. Так, заморозили мы его. Пока идет заморозка, мы с тобой подкупим немножко энергии. Вызываем дрона. Раз, два и три. Вот как это все должно работать, ребята, в идеале. Ну-ка, снегобумчика бросим. Угу. Так, поменяем, наверное, с тобой, да, местами. И применим сразу арбалет. Пока он замороженный, чтобы получил 901 повреждение. Это, согласись, не кисло. Так, этот хочет бросить ускоряшку, да. Ну, пускай бросает, а мы с тобой, наверное, сейчас слизнюка уберем отсюда. Старикан, ты как бы мне здесь, если честно, вообще не в тему. Так, давай мне грифу сюда на первое место. Он там хочет, ребята, ударить. И он, да, под ускоряшкой делает могучий удар. Мы его опять замораживаем. И вызываю дрона. Добей, пожалуйста, грифона мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, хотя бы сбил ему каст. Давай из арбалета. Тынц, тынц. Минус ледяной тролль. И пестицидами добиваем старикана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Вот, ребята, окапывается. Смотри, а. Мне нужны пестициды, но их нету. Где мои пестициды, чтобы убрать вот эту вот фигню? Я не могу его, ребят, даже сдвинуть с места. Вот. Вот они, пестицидики. В плане... А, все-все-все, отлично, все отлично. Корабельная пушка уничтожит его? Да. А это сейчас ударит по мне, ханыга. Так, а дедулечка-то собирается бросить? Нет, он уже ничего не бросит, потому что он замораживается. Вызываем сейчас с тобой дронов. Так, так, неплохо. Усиленный эффект. Отлично. А если мы сейчас еще из арбалетика? Блин, ну мне, ребята, удобнее называть этот лук арбалетом.
проще, так скажем. Минус злобный старикашка, и остается у нас тролль. Точнее, это гоблин. Ага, получить здоровье. Думаю, пока не надо, пока. Вроде бы идем неплохо с тобой. Заморозка. Окей. Так, мне бы накопить на дру... А, не, вот. Вот что мы с тобой сделаем сейчас. 1800, нифига, вот это мы бомбанули сейчас. Злобный старикан замороженный. А если я еще брошу холодильник? Они все заморожены у меня. А, нет, тролль уже вышел из-под нашего контроля. Ну-ка, дрон. Усиленный эффект. Это, кстати, очень хорошо. Блин, а сейчас удар получим. Или не получим? Нет. Магнитом мы его уничтожили, когда притягивали. Так, этот хочет кинуть зелье скорости. Но уже, как говорится, это бесполезно. Теперь он хочет ударить. На-ка тебе. Нет, снегобом нужно прокачивать. Классная карта. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, я даже не знаю. Ну давай глянем. Так, теперь. Давай, наверное, из пушки бомбанем. Это сейчас сожгет мне, конечно же, конечно же. Сжигатель карт фигов. Опа, за это и поплатился. Блин, ну почему так мало? Почему так мало получил урона? Это непорядок, друзья мои. Там зелье ускорения. Этот еще окопался, а? Ну ты посмотри. Срочно пестициды с тобой применяем. И, наверное, поджог нам нужен здесь. Пускай он пока горит. А этот ускоряется. Ай-яй-яй. Сейчас этот мне будет мозг выносить. Да, сейчас начнется. Так, давай-ка. Надо было не то сделать. Не то надо было делать. Ну-ка, дрон. Завалил этого мага. Тут ему все сбил. Ух ты, что-то новенькое мы с тобой получили. Ты видел только что? Нам выпало. По-моему, там электрическая ловушка. Со мной сила волшебных эликсиров. Да? С тобой сила волшебных эликсиров, ты говоришь? Слушай, а снегобум, по-моему, падает только на переднюю цель, как я могу понимать. Так. Ага. Заморозка нам здесь нужна будет. Заморозь. Так почему ты... Да вот надо было... А, ну, рандом, ребят. Что я могу сделать? Старикашка, сбили мы ему каст. Да что ж ты будешь делать, а? Ну-ка, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Опа. Почему старика притянули? Ладно, фиг с ним. Никакого зелья ускорения не будет ему. А это последняя волна. Все, все, ребят, я понял. Давай-ка поджог сделаем. А этот опять сейчас бомбанет. Вот проедоха, а. Ага, ага, отлично. Так, что мы с тобой можем сейчас сделать? В принципе, притянуть. Ага, он в шоке находится, да? Теперь заморозить. А этот хочет и будет меня бить. Так, давай-ка из лука. 901. Так, ледяной урон. Да что ты, ну почему не падаешь туда-то? Почему именно сюда-то валишь? Добей дрон, пожалуйста, его. Не то делает. Притягиваем и уничтожаем сразу же. Окей. Так, а этот у нас... Нет, парень, будешь у меня стоять в заморозке до скончания веков. И расстреливаем его из лука. Фу, слушай, ну здесь классно получилось. Согласись. Новая карта, ребята, вот он. Ствол, а вот, что я тебе говорил, новенькое нам выпало. И, наверное, мы с тобой умножим это все. Прекрасно, прекрасно. Ну и давай двигаться с тобой далее. Оу, скоро уровень, друзья мои, скоро у нас уровень. Так, здесь-то что у нас такое? Событие. Слушай, может быть, нам сюда сходить? А? Давай-ка глянем. Выбрать. Ну, выберем... А, тут нужно... Все, я понял. Выбираем волны, короче. Ну, давай возьму вот этих вот. Потом вот этих. Здесь возьму попроще что-нибудь. И вот этих. В бой. Конечно же, в бой. Сейчас мы с ними разберемся. Я думаю, что на изи. Все у нас тут пойдет. Так. Бабах, почти уничтожили. Давай добьем. А этот у нас как Джейсон, да, друзья мои, в маске в такой. Ну-ка. В плане, подожди, подожди, подожди. А почему гоблина не добил? Что-то странное было. Ты видел, гоблин не хотел погибать. А этот сейчас скелетоша-то из-под тишка, да, из-под тишка я буду бить. Так, так. Подожди, а почему не... А что здесь не то?
Погоди, погоди, что происходит? Почему я не наношу урон? Эй! Ребят, что происходит? Что здесь происходит? Тут что, какие-то условия? Ты посмотри! Это так и должно быть или что? Или им пофиг нам... Да, не может быть. Смотри, я их замораживаю, но урона не наношу. Давай-ка из пушки бомбанем, посмотрим. Пушка уничтожает. Дрон здесь вообще почему-то не... ничего не делает. Ну-ка. Дробовик работает. Здесь, видимо, какие-то условия. Я, может быть, что-то не дочитал, не прочитал. Так, подожди. Получить. Ну, давай. Получили с тобой хпшки. Давай проверим. Слушайте, ребята, на них абсолютно не работает электричество и заморозка. То есть заморозка может их просто... Нет, ну тут сработало. Так а в чем прикол-то тогда? Дробовик работает. Также работает у нас пушка с тобой, да? Ну-ка. Да, пушка работает. Давай проверим еще раз. Вызываю, например, дрона. Электричество не работает на них. Я не знаю, с чем это связано все. Вот серьезно тебе говорю. Я не могу понять. Что вот это такое? Ага, понятно. Так, мы его откинули. Вообще, смотри, он даже не заморозился. Лук стреляет тоже, не нанося никакого урона. Я не почитал, что ли. Там, видимо, какие-то условия, ребята, были. Магнит тоже не работает. Только лишь корабельная пушка, получается, да? У нас с тобой фурычит. И снегобум. Ну-ка. Да, снегобум может нанести урон. Блин, зачем дрона вызвал? Он же... Видишь, вообще по барабану им. Ладно, этот сгорел. У нас с тобой тут 4 волны. Как нам это прожить, я не знаю. Ну что же, давай снегобума вызывать. У нас все равно с тобой не особо обалденный такой выбор. Пестициды урон наносят. Дробаш наносит. Корабельная пушка наносит. Да, короче, холодильник и арбалет здесь... А, и дроны вообще бесполезны. Вот что я тебе могу сказать. И это плохо, черт подери. Это очень и очень плохо. Меня так сейчас уничтожат здесь. Вот и все. Да. Поспешил я, по-моему, да? Надо было там хорошенечко все почитать. Какие там условия. Меня сейчас разберут здесь. Даже если я пройду эту волну, то на следующей уж точно меня забомбят. Я надеюсь, у меня там есть возможность бесплатно восстановить здоровье себе. Так, заморозили. Пестициды. И из чего добить-то? Холодильник не наносит урон. Только дробаш. Это единственное, что может мне здесь помочь. Последняя волна. Да, надо смотреть. 769 хп у меня всего лишь. Здоровски просто. Просто вздоровски. Так, давай заморозим этого хлыща. Так, из дробаша его. Опа, и надо корабельную пушку применять. Уничтожили. Минус один. Ну что, попытаемся, ребят, выжить. Это очень будет сложно. Я бы даже, наверное, сказал, невозможно. Заморозка даже не действует. Все, сейчас мне крышка придет. Ха-ха, ё-моё. Магнит тоже ничего не делает. Все, ребят. Аля-улю, меня сейчас запинают здесь. Чего бы я тут не делал. Выбрал тоже меня. Давай вот так с собой сделаем, посмотрим. Да ты издеваешься, что ли, а? Трындец. Так, сколько у меня доступно лечений? 2. Давай вот так вот сделаем с тобой. Чтобы просто не смотреть этот противный видосик рекламы. Сейчас я вжарю. Так, теперь заморозочку. Ну давай быстрее, там этот пес хочет меня ударить. Он ударит. Но зато гоблин пока отдыхает. Так, из пушки корабельной его уничтожаем. Ну что ты, пес позорный? Иди отсюда. С горем пополам мы с тобой прошли. Заработал сундук.
Вот так вот, ребятушки. Так, получить X2. Так, наградушку забираем, потому что нам нужны с тобой вот эти вот гайки. Так, жгучий улей. Дальше, холодильник. Огнемагнит. Вот, снегобомчик. Шокодрон. Корабельная пушка. И нет, я уже думал, что смогу прокачать. Хотя могу, друзья мои, до второго уровня. Напалм. Ё-моё. Кстати, напалм я вспомнил, что это такое. И аптечка. Аптечка, ребята, это восстановление нам здоровья. И 19 гемов. Слушай, ну шикарно. И давай, наверное, мы с тобой это все приумножим. Окей. Так, и две аптечки у нас теперь вместо одной. Я считаю, что это классно. Ну что, друзья мои, новый уровень. Вот это другое дело, это по-нашему. Так, 11, да? Мы с тобой 176 хп получаем в плюсе. Так, получается, что это мы с тобой прошли. Но мы можем еще... Ох, ё-моё, нифига тут волны. Ну и награда, наверное, будет соответствующая, да? Так, а здесь... Я вот не могу понять. Обновить... А, да, подожди, до окончания 3 часа, да? Ага. Блин, я этого помню, бомжа. Электрик, или как его там величать. Значит так, у нас с тобой есть напалм. Прокачать его пока не могу. Могу улучшить нашего кролика до 9 уровня. Так, это хорошо. Кстати, еще, ребята, есть одна фишка. Если у тебя оружие слабее уровня противника, оно не будет наносить ему урона. Вот, видимо, в испытании так оно и было. Почему я никак не мог его бомбануть? Потому что у нас слабо. Хотя, подожди, тут 3 уровня снегобум, он же наносил урон. Наносил? Тогда я не знаю, в чем прикол. Прокачиваем нашего снегобума до 8 уровня. Слушай, ну неплохо. И двигаемся дальше. Так, здесь у нас... Подожди-ка, подожди-ка. А у нас же пушка есть, да? Есть пушка. Ну-ка, ну-ка. Общий урон 316, 348, 384. По убийцам 100% урон, прикинь. А убийцы это у нас... Гоблины. А если я... Подожди-ка, сколько тут? 384 общий урон, а тут... 318, но есть эффект поджога. Давай-ка мы, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Да? И поехали. Электровечеринка. Возможные награды. Поехали. Электрик, скажем, ударом наносит больше урона. Старайся опередить его. Да-да-да, я вспомнил. Вспомнил я этого электрика. Новый монстр. Электрик. Так, на 150. Это у него супер удар. То есть это обычная атака. И плюс еще каждый удар увеличивает наносимый урон на 25%. Ну, то есть, сам понимаешь, да? Два удара, и будет тебе очень плохо. Это у нас не убийца или убийца? Я не знаю, давай проверим. Нет, никакой это не убийца. Это, по-моему, обычный чувак. Лук, лук, срочно мне дайте. Так, убиваем этого, да? И попробовать снегобумчик сейчас применить на электрика. Успеем, нет? Не успеем. Ударил все-таки паршивец меня. На тебе. А посмотрим, насколько у нас хорош дрон. Ой, дрон божественный. Особенно... Не надо вот этого делать. Не надо. Пестициды он мне тут врубает. А вот этот у нас как раз убийца. Поэтому ствол по нему бомбит опупенительно. Если не сказать лучше. Успел. Я опередил, ребята. Он хотел меня звездануть, но не тут-то было. На, грифон. Уничтожили сразу же. Да твою ж налево. Я только хотел дрона вызвать. Так, блин. Этот электрик там стоит. Нифига, по нему, кстати, электропушки наносят колоссальный урон. Не знаю почему, потому что он, наверное, сам электрик. Боится напруги. Не надо. Вот так вот, стой тут на месте, не дергайся. Так, попробуем сбить ему. Опа, сбили ему эффект. И уничтожили его вообще, кедрень фени. Следующая волна. Так, применяем. Вот это убийца, ребят. Вот в него лучше шмалять вот так вот. Ты посмотри, как классно бомбит эта пушечка. Теперь мы его заморозим. Ай, красота. Просто... Да ладно. Все равно достану ведь. Пестицидики, родные мои. Давайте-ка мы вас применим.
Так, и что же нам сделать? Дрона? Дрона призовем с тобой. Так, так, так. Все удары пришлись именно на этот гриб. А давай я его сюда подтяну. Даже уничтожил сразу же. А этот бумс, мочканул. Так, заморозка. И пока у нас, ребята, действует заморозка, ждем с вами откатики, да? Побольше накопим энергии и бомбим. Вот так вот это все должно работать. Фух, переходим на следующую волну. Опять грифон. Опять грифон у нас здесь. Дай-ка мне... Ага, его, убийца, да? Убийца, на тебе! Разобрали. Так, в этого сейчас корабельно я бомбану. Нечего ему тут делать. Кстати, вот это тоже убийца, и в него хорошо было бы шмальнуть из нашего пекаря. Но... Ать! Могучий удар. Ну, сбей ему, сбей! Не сбил. Не сбил, ребята, каст. Ага, мы его замораживаем. Так, а раз он убийца, сейчас как раз из пекаря по нему и буду шмалять. Вот и все. Слушай, пушка вообще имба. Но, правда, против убийц только. А грифон-то созрел, чепушила. На, на, слабо. Слабовато. Может быть, он тоже убийца? Не, ребят, он не убийца. Сами видели, да? Урон ни о чем. На тебе, снегобума, лови. Наслаждайся. Так, получить здоровье. Нет, я думаю, пока мы справимся здесь. Пестицидами, конечно же, сбиваем. Плюс пушка. Окей. А вот это убийца. Воу, 1200. То есть накопление идет, да? По ударам. Вначале там 100, 300, 600. Ать! Зачем ты из-под тишка, блин? А это сейчас еще звезданет по мне. Ой, ну-ка, дрон. И все в одно тело, да, бомбишь? Все в одно тело. Уничтожили мы это тело с тобой. А этот-то, сейчас ударит по мне. Ну, лучше пускай один, чем они оба звезданут, согласись. Так, уничтожаем его. 1500. Пушку надо качать против убийц. Убийц здесь, на самом деле, будет очень много. Давай снегобумом вначале, чтобы заморозить его. А после этого из корабельной пушки, наверное, ему крышка. Да. Но это не последняя волна. Вот она, последняя. Слушай, может быть, нам... У нас есть аптечка, конечно, мы можем захиляться. Но и посмотреть тоже не помешает. Так, друзья мои, приступим потихоньку. Начну, наверное, я с заморозки. О, как раз. А это, интересно, убийца или нет? Не знаю, пока мы шмальнем из арбалета, из лука. Фига, 1900, ты прикинь. А я смогу его... Да, уничтожил. Так, дедуля, иди сюда ко мне. Вот так, как раз под раздачу попал. Плюс заморозка упадет на того. Да, вообще шикарно. Просто круто. Так, дедулю сейчас мы с тобой будем из корабельной пушки бомбить. На-ка, а он еще и выжил. А, подожди секунду, добьем. Добьем мы деда. Плюс этому достанется маленечко, да? Эть, все-таки ударил, а, паршивец. Кто ты такой? Нет, ребята, это... Это не убийца. Урон минимальный. Дрон, добей, пожалуйста, его. У него, кстати, защита от электричества. Офигенная. У этого пенька. Давай, наверное, из пушки бомбанем по нему. Все. Волна, друзья мои, пройдена. Фух. Получаем 271 топорик. Слушай, нам нужно посмотреть, чтобы получить вот эти вот гайки. Они нам нужны очень сильно. Ну вот, совсем-совсем другое дело. Слушай, знаешь, что я подумал? Я, наверное, буду за кадром проходить вот эти все испытания, вот эти вот, дабы вас не томить. И буду получать шикарные награды. А мы будем с тобой проходить именно сюжетку. Оу, скоро босс, я его помню, ребята, этого носорога. Это будет что-то с чем-то. Так, давай зайдем в инвентарь, посмотрим. Я могу... Пушку могу улучшить, ребята, до второго уровня. Общий урон 2.17. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, мы прокачались. Слушай, а как же мне отправить моих ребятулек в поход? Ты это помнишь, нет? Как это делается вообще? Я вот, честно говоря, забыл. Кстати, может быть, нам все-таки... Давай, я потрачу 20 гемов, я получу карточки на сову. На кролика потратимся с тобой. Лучше сейчас вложиться, чем потом, ребят, как говорится, локти кусать. Так, можно получить сундук за просмотр. Да, надо будет все это сделать. Сундук, усилитель за просмотр видосика. Гемы. Я думал, что я все сделал, ага. Все рекламки посмотрел. Нет, ребят, конечно же, не все. Их тут дофигища.
Ну что, друзья, давайте, наверное, на сегодня будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим с вами играть в эту замечательную игру, которая называется «Безумные монстры». Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.